Приветствую всех, с вами Маркелло Борис, и я продолжаю рассказывать, как правильно развивать сетевой бизнес и как можно заработать в интернете. У нас на рассмотрении еще один рекламный букс, где вы можете заказать себе рекламу. Ну, либо если кто-то желает заработать, попробовать заработать на этом, то можете тоже регистрироваться. Ссылка будет под этим видео. Итак, что здесь можно подать? Здесь также можно подать свое объявление. Вот в этой верхней строке. Стоимость здесь 25 рублей, соответственно, ваше объявление будет висеть до тех пор, пока его не вытеснят. Здесь можно на самом видном месте подать ссылку, вот купить ссылку за 5 рублей, либо добавить сюда вашу рекламу за 1 рубль. То есть они всегда на виду, куда бы вы ни перешли, куда бы вы ни перешли на сайт, они всегда наверху и на самом видном месте. То есть, ну, это вполне удобно, я так думаю, для некоторых будет. И вполне реально за 5 рублей, ну, 5 рублей или рубль, я думаю, каждый может найти для себя, чтобы прорекламировать свой сайт. Также здесь можно подавать свои объявления, свои баннеры какие-то. Здесь это все доступно, здесь это все легко. Да и рассказывать, в принципе, больше не о чем. То есть простой вот такой букс, люди здесь есть. Также здесь можно вот ВКонтакте разместить рекламу. Если вы раскручиваете свой канал YouTube, соответственно, вы можете тоже зайти сюда и заказать себе рекламу. То есть разместить рекламу. Давайте посмотрим. Здесь есть текстовое объявление, баннерное объявление, автосерфинг, рекламная строка, рекламная цепочка, YouTube и ВКонтакте. То есть если вы раскручиваете свое какое-то видео, вы можете здесь заказать просмотры. То есть вот 1000 просмотров, здесь 420 рублей. Но также здесь можно выбрать и меньше. Если вам меньше просмотров нужно, вот можете выбрать меньше просмотров, 20 секунд. VIP размещение здесь можно сделать. То есть все здесь достаточно просто и легко. Помимо этого, если вы ссылку на видео будете ставить, еще будет помимо этого переход на какой-либо сайт. На этом заканчиваю. Ссылка на регистрацию под этим видео. Всем привет!